Данный детальный план предусматривает размещение инновационного молодежного центра. То есть, по сути, как бы это объект громадский, административной направленности, учитывая близость, как Геннадий Леонидович сказал, большого количества вузов в этом районе. То есть, в принципе, необходимость размещения такого объекта была обоснована. То есть студенты, учащиеся будут его посещать и то есть, смогут как бы, общаться. То есть, в принципе, это направленность молодежная. По генеральному плану, по градодокументации, это территория общественная. Данным детальным планом мы уточняли параметры этого объекта, в том числе высотные. То есть территория входит в центральный исторический ареал, поэтому определена этажность 5 этажей. То есть наши граничные параметры 18,6, 21,3 выполняются. Есть все соответствующие заключения, которые предусмотрены процедурой разработки и утверждения детального плана. Это и охрана культурного наследия облдержадминистрации, и МЧС, и экология. Проект прошел общественное слушание, прошел градостроительный совет, и, в принципе, вот сегодня мы его утверждали на заседании исполнительного комитета.